Сегодня глава Чувашии встретился с представителями политических партий, депутатами Государственного совета. Это уже третья встреча руководства республики и членов фракции с начала года. Обсуждали предстоящие осенние выборы. Открывая встречу, глава Чувашии отметил, предстоящие выборы ожидаемо обострят конкурентную борьбу между политическими силами. Но эта борьба должна быть честной. Лидер единороссов Чувашии Алена Аршинова поблагодарила руководство республики за эффективное взаимодействие и пригласила Олега Николаева на площадку партии обсудить проблемы, которые необходимо решать. Подчеркну благодарность за такое акцентирование внимания на партнерстве, на вашу опору на все здоровые, адекватные общественно-политические силы для наших избирателей, которые у нас общие, это жители республики. Самое главное – это развитие республики, это развитие своих хозяйств, это здоровье и образование своих близких и родных. Проблемы избирателей – наши приоритеты, и мы понимаем, что невозможно, если будет работа, как в известной басне про лебедя, рака и щуку. Поэтому мы здесь, я думаю, все понимаем, что нужно идти вместе. И все наши усилия будут просто бесполезными, если мы не будем идти под общей стратегией, которая была принята. Представитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Семенов отметил, один из эффективных инструментов – работа с обращениями граждан. Наказы избирателей помогают всем политическим партиям формировать программы. В Госсовете Чувашии нашей фракции был внесен закон о мерах социальной поддержки для ветеранов боевых действий. Установить налоговые льготы на вышеуказанным лицам в отношении одного транспортного средства мощностью до 150 лошадиных сил. Активно принимает участие в решении проблем очистных сооружений Цивильска, Шахазан, Ядрина. Много жалоб разбираем от жителей ближайших селений, пунктов к химпрому. Лидер ЛДПР в Чувашии Константин Степанов поддержал своих коллег относительно честной предвыборной борьбы. Он отметил, что необходимо исключить административный ресурс во время голосования и предоставить равный доступ к агитационным площадкам. Партия существует, и как бы тут мы не обсуждали то, что мы все готовы приходить к общему знаменателю, к благам, у нас в любом случае есть определенная конкуренция. Честность и открытость перед избирателями, чистота перед законом, она приносит нам определенные результаты. И мы, конечно же, настаиваем на чистоте выборного процесса, так как это делает ЛДПР, когда мы не прибегаем ни к каким темным методам. Представители КПРФ рассказали о развитии молодежного проекта, участники которого активно работали в период пандемии и помогали нуждающимся. Алексей Шурчанов высказал поддержку возможной передачи в концессию Т-плюс теплосети Чебоксар. Ну, понятно, что в преддверии выборов многие кандидаты в депутаты и политические силы будут, что называется, пиариться на этой теме. Но наша позиция такова, и позиция фракции в городском собрании, которую я имею честь возглавлять, подходить к этой проблеме не с точки зрения популизма, а с точки зрения все-таки взвешенности позиций, понимая, исходя из того, что сети нам менять, безусловно, нужно. Глава Чувашии отметил, что предстоит горячая пора для всех, и соблюдение определенных правил поможет провести выборы честно. Главными основными игроками во время выборной кампании будут ваши политические площадки. Призвать прежде всего настроиться на такую содержательную конкуренцию, и именно я вот акцентирую внимание на слове конкуренции, и эту конкуренцию предлагаю выстроить прежде всего на подходах и видениях, значит, достижения поставленных целей. Мы с вами согласимся, наверное, мы все с вами практически одни и те же цели видим, это повышение уровня качества жизни населения, все мы с этим соглашаемся. С тем, чтобы появились новые рабочие места, высокотехнологичные, с высокой заработной платой, мы с вами все соглашаемся. В Чувашии сейчас начал работу штаб общественного наблюдения, и его площадка призвана создать условия для справедливого и прозрачного проведения выборов. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.